Да, смотрите, у меня написано миссия пройти у врачей в больнице Нововокзальной. Я поеду по материальному варианту, это на 70-й, а потом 50-й, на 41-й, либо на 34-й. Подошел, вперед. Я все снимается для Ютуба. Предупреждаю всех, чтобы не было потом эксцессов. Иди сюда. 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 Все, погнали, Давай. Да они уже давно ее. Заснял. Постоянно материал. Заснял. Засняли. Сколько раз говорили, вы понимали, что высадили. А что произошло, я так что-то и не знаю. Это два действительно буяна. Кондуктор, что ли, нахамил? Не знаю. Не могу сказать. Докладываю, пересекая Победу 11:17 время. Остановка. До пункта назначения где-то примерно минут 5-10. Ну вот уже 11:22, а я уже на Безымянке. Сейчас буду приходить через станцию метро и нам туда. Думал, что буду нарушать, но нет. Ну, нарушать, в смысле, переходить так, но нет, вроде бы успеваю. Такие пироги. Ну что, время уже 11:30, мне в 11:45, а я уже здесь 15 минут на поиск кабинета. Сейчас я покажу вам время. Вот. А вот больница. Я будем искать кабинет. Так, и вот у меня документы разброшены. Прям на полу. Вы меня за это будете ругать, но по-другому просто было невозможно. Сейчас я их подниму и пойдем. Так, значит, первый невролог. Понятно. Эх, камера, конечно, не стоит. Невролог. Так, сейчас я вылез. Седьмой кабинет. Понятно. Никто, кстати, не стал ругать, что у меня нет бахил. У меня они есть, но их не стал надевать. Так. Вот седьмой. 15-й. Онколог. А 27-й. 26-й. Это кардиолог, кстати говоря. Что-то не понимаю, это уролог. Сейчас спросим.
что-то странно. Может, тут придет что? А, это потом тоже кто-нибудь. Девушка, а мне записано к неврологу. Скажите, пожалуйста, он 27-м? Мне на ФТЭК. Вот вы не написали, какой именно невролог. Сейчас попробую разбираться. Сейчас буду разбираться в документах. Короче, мне сейчас в регистратуре сказали 11 кабинет. Либо 25-й. Пока непонятно какой. Ну, спасибо тебе, мать. Дренечка стоит. Все ясно, да, конечно. Блять. Два невролога, и ты поймешь, какой кабинет. Да. Нет, это не два. Один. Может быть здесь. А может и нет. Так. 25-й. Так, это невролога нам нашел. Кирилл знает. Что там? Вот. Спасибо тебе, блядь. Спасибо, тварь. Выебу тебя нахрен в интернете. Так. 25-й. Кабинет. А это к этому, наверное. Это я понял, что электронная очередь. А куда? Какой кабинет, да? Девушка, скажите, а это вот электронная очередь к неврологу, да? Нет, вообще там разные кабинеты есть, 12, 16, 27. А, понятно. Теперь понял. Надо хотя бы девушку подсказал, не то что моя мать. Теперь ясно, ждем свое имя и номер кабинета. Блять, от незнакомых людей больше пользы, чем от родителей. Ну все, ждем, вон там он номер кабинета. Вон там он, а мне... Вот здесь вот номер кабинета, а вот... Тут вот фамилия, имена. Хорошо, хоть девушка мне помогла. Спасибо ей за это. А тут так два невролога, там написано один в 25-м, я рынулся в 25-й, там написано уролог, хер пойму что. А так электронное табло ждешь, вызовут номер кабинета.
какой, и в зависимости от этого пойду либо туда, либо туда. Ох, а родители, конечно, полные дебилы. Я еще немножко тупанул. Сейчас вот здесь спросил. Вроде бы в порядке записи, то есть по времени. Но я бы мог, как мне сказали, подойти в регистратуру и узнать, как в регистратуре спросят, а какому врачу здесь два невролога. А я не знаю, какому врачу. Спасибо, блядь. Мы еще ждем, у меня еще второй врач, поэтому мы ждем. Надеюсь, хоть второго пройду. Ну что, наплевал я на невролога. Там очереди гигантские, не пойми, в какой кабинет. Поэтому сейчас ко второму врачу. Которому голову, надеюсь, к нему удастся прорваться. Прям кабинет на входе стоит. Удобно. Не надо никуда идти. Прям сразу, вот там, в входе кабинет, прям сразу попробуем прорваться. Ну что, подведем итоги. Оторинголог, очень классный специалист, женщина. Все четко разъяснила, все. Да и ее коллега постарше. Тоже хороший человек. А неврологи редкостные гниды. Хер там разберет, какой кабинет, какой врач. Буду еще с родителями разбираться. Ну а на сегодня все. До встречи. Пока.